И снова здравствуйте! Смотрите, какая красота! Это Россия, детка! Мы находимся в городе Суздаль. Шикарно! Вот мы просто сейчас пока вокруг проехали, и я в диком восторге. Как вы знаете, я далек от религии, но тем не менее, это как именно история нашей страны, она прям завораживает и привлекает. Чудесные места! И мы поехали отвечать дальше на вопросы. Добрый день! Меня интересует, насколько изменился узел там, где дюза L2 для 635-762 по сравнению с первыми партиями. Очень сильно изменился. Мы постоянно вносим какие-то изменения. Никогда не останавливаемся на достигнутом. И насколько сильно изменился, не знаю. Изменился точно. Когда будут новости по электропушку? Получится хоть? Работаем? Вы же знаете, я никогда не говорю о том, что мы планируем делать, пока мы это не сделаем. Подскажите, пожалуйста, новая партия манометров электронных, когда поступит без ошибки в программное обеспечение? А новая партия манометров будет, наверное, месяца через 3. Но эту партию манометров мы тоже все переделали. Мы изменили программное обеспечение и добавили там эту штучку, из-за которой была проблема. Так, пуллинсы быстрого заряжания 6.35 планируются? Сейчас на сайте только 5.5. Ожидается ли снова продажа Дедал 6.30? Да, пуллинсы планируются. По-моему, сейчас даже... Или пришли, или на подходе, они будут. И в продаже Дедал тоже будет, но позже, потому что сейчас Дедал заточен максимально на изготовление военных заказов, и мы, соответственно, все сталкеры, что получаем, ну, ребята у нас их покупают на войну, я считаю, это более важно. Сделай, пожалуйста, стрим. Я сделал, но там YouTube что-то чудит. Планируется ли Леший 3 с утолщенным барабаном для пули на длину 14 мм? Нет, как я уже Джек Хантеру говорил, мы не будем делать новый Леший. Не вариант. Будет ли продолжение проекта Велес по полуавтоматическом режиме? Мы работаем над многими проектами, когда они будут готовы к продаже, обязательно про это скажем. Так, длинный вопрос. Егор Вигиланд. Добрый день. Есть одна просьба. Думаю, многие со мной согласятся, кто ставит колбу 036-048 на L2. Внести изменения в конструкцию приклада путем небольшого увеличения длины заредукторного пространства. Не обязательно серийно устанавливать, можно докупать по мне лучшего производителя, купить, чем у частного лица с неизвестным качеством. Еще первые рукоятки были удобнее, с длинными колбами, зря их убрали длиннее рукояток. Смотрите, вопрос же еще какой. Какие колбы мы ставите? Мы же специально сделали колбу 035. Эдгановскую, она короче, чем стандартные колбы, и она удобно ставится. Конечно, если вы ставите колбы каких-то там других производителей, могут возникнуть проблемы по упору в рукоятке. По поводу первой рукоятки, второй рукоятки, не знаю, на вкус и цвет товарища нет, мне чисто визуально вторая рукоятка нравится больше. Плюс там ключики в пенале и все такое. Так, когда последний раз качали резервуар винтовки ручным насосом? Я помню этот момент, это было в Эстонии. Не в Эстонии, это было в Черногории, у моего друга. Я качал ручным насосом, и после этого я сказал, это было лет 10 назад, я сказал, нафиг, никогда больше. Да, на этом пока все. Мы едем в новую локацию и будем отвечать на новые вопросы. Я в восторге от моей родины, она шикарна, она великолепна. Путешествуйте по России, это круто. Спасибо.